Так, друзья, всем добрый вечер, утро, день, ночь. Всех приветствую на своем канале, меня зовут Дмитрий Фло. Всех приглашаю в игру «Классный Train Simulator 2019». Чуть такое мне нафиг не нужно, не показывают. Итак, нам надо доставить груженный состав. Куда нам надо доставить? Сейчас я посмотрю. Это Ремаген. Вот. Туда надо отвезти все. Так, трогаемся, не будем долго рассусоливаться. Это вперед, это сюда. Песок я рано подал, конечно. Контроллер выводим на 4, пока разгонится, потом еще прибавим. Так, потихоньку набираем мы скорость. Итак, добрый вечер, машинист. Ваша задача доставить в Андернах этот только что сформированный грузовой состав. Будьте бдительны. Высокая вероятность встретить светофор с запрещающим сигналом. Возможно, вам придется запросить разрешение на проезд некоторых светофоров. Ну что ж. Мы готовы. Я наберу скорость примерно 30-40 км в час, включу песок. Thank you.
Так мы потихоньку разгоняемся. Итак, друзья, продолжаем следование по маршруту. Так, наша задача доставить состав на станцию. Стрелочку.
неисправность. Что-то странное. Да, набор позиций. Вот была ошибка, например, в управлении набор позиций при разряженной, при заряженной. Thank you.
друзья, продолжаем следование по маршруту. У нас была пара ошибок в управлении. Но ничего, вроде осталось на трассе. Друзья, здесь, так сказать, подводный камень есть. Будете пройти этот маршрут. Здесь указание скорости, оно не стоит в виде триггера, оно указано на сигнале светофора. Желтый, зеленый, 60 км в час. Запомните это. Здесь вот такой хитрый момент. Здесь нет.
40 км в час. И просто тупо не различить эту табличку. Которая написана скорости. Обычно пишут в документах. Путевка так называемая. Да.
продолжаем наше исследование по маршруту.
Еще раз. Надо останавливаться уже. Я что-то прощелкал, там у меня стоит стоп. Да. Ничего бывает.
Итак, друзья, на этом наш сценарий закончен. Мы дошли, доползли до Ремейгенс-светофор. Это наш конечный пункт этого сценария. Хорошо сработано, отлично справились с заданием. Впереди красный сигнал светофора, поэтому у нас есть хорошая возможность ознакомиться с результатом. Итак, друзья, ура! 900 очей у меня я заработал. Значит, опоздание атак, в основном вовремя. Вот. Набрал 989 очков опыта. Короче, 900 очей я получил. Рейтинг у меня. Это, ну, это такие крутые чуваки, они круто водят. Вот. Главное меню. Да, друзья, вот на самом деле, что мне радует в тренд-симуляторе, то здесь вот такая штука есть. Ты проходишь сценарий, там зарабатываешь опыт там себе. Классно. Ну что, у меня 18. Медалей 5. Статус машиниста 27328 хп. Это я вообще не понимаю, что это, о чем это, что мне хотят сказать этим. Вот, но это не мои локомотивы все. Ну ладно. Так, народ, на сегодня это все. Всем спасибо. Пока.